Всем привет, друзья! Вы на канале Numizman Numizmanage. Хочу вам в этом ролике показать свои приобретения. Купил я у человека вот такую интересную монетку. Я думаю, уже все поняли, что за монета. Купил роллы монет и интересные боны. Друзья, вы пока подпишитесь, не забудьте прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Ну и поддержите меня лайкосом. Друзья, взял вот такую монетку, думаю, уже все давно догадались. Это 5 гривен в едности сыла. Я ее не хотел брать, она давно уже вышла. Что-то, не знаю, она мне не нравилась. То есть как-то не доходило у меня. Руки не доходили до этой монеты. У Иллюзии давно купил, сразу как только вышли. А это что-то вот не знаю. Ну, человек все продавал, там его были его остатки. Я думаю, заберу. По нормальной цене человек отдал уже. То есть, чтобы с этим уже распрощаться, так сказать. Вот. Интересная, в принципе, монетка. Ну, для коллекции, так сказать, пойдет. Вот, что еще, друзья, есть. Купил такие вот роллы с ССО. Силы специальных операций. Думаю, тоже такая знаменитая монета сейчас. Так что один ролл себе оставлю коллекцию. Есть три ролла на продажу. Если кого-то интересует и будут поштучно продавать их, могу и роллами продать. Так что, если что, пишите в комментариях. И купил я боны. Ну, забрал тоже боны. Я вообще боны мало коллекционирую. Ну, тоже человек, я же как еще раз повторюсь, что все распродавал. Цена нормальная. И боны в прессе. Ну, просто идеальнейшее состояние. Просто. Ну, скажем, 99 из 100. Вот, теперь, наверное, придется мне купить альбом под боны. Вот такие интересные купюры. Республика Малави, 20 кватча. У меня когда-то были монеты, кстати, интересные там. У них в этой республике такие монеты юбилейные, всякие с животными есть. Вот такие, друзья, покупочки. Не буду затягивать время. Не буду вас задерживать. Так что, друзья, еще раз хочу напомнить. Если что, кому-то интересны роллы монет или же поштучные монеты силы специальных операций, пишите мне в комментариях. Договоримся о покупке. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Кому интересно, подпишитесь на мой ТикТок. Ссылочка будет в закрепе в комментариях. И если вам ролик понравился, поддержите меня лайком. Всем пока.